А потому что я такой маленький. Короче, все обижают. Мне надо, как для Гимли, маленький, короткий, злой, резкий, с близкой зоны стека лук. Кулебов, ты слышал? Да возьми он турка, шмальни. Да турок, сосай ты что. Сосай? Топун. Да ладно. А почему вот этот лук оказался самым быстрым? Хотя вот два одинаковых. Ну вот, смотри, он турок. Он по натяжению получается сильнее, чем вот тот, из которого мы сейчас стреляем. Ну, и ты думаешь, он дальше стрелу загонит? Да нет, конечно. У него сейчас руку хендшоком оторвет. 40 метров в секунду. Было 47? 47. Ну вот и вся разница. При том, что по натяжению это сильнее. А то у тебя в руках турок-курильщика. Сейчас вот я с турка нормального человека стрельну. На, бери. Подожди. Ну мне это что-то оказалось быстрее всех. Так, все, да, все так правильно. Должно быть. Почему? Потому что нормальный лут, нормальная геометрия, хороший фунтаж. А это такой же похуже. Да, но он слабее. Ага. Тут 40 фунтов, а тут 36. И к тому же это должен быть в принципе побыстрее. Это не такой же, они разные. Это крамчак. Ну, Громчак классный, старенький. 55. Вот, турок нормального человека. Это Крымчак, крымско-татарский, это не турок. Так, подожди, у тебя сколько сейчас было? 55. И 4. Вот, на. Ты из этого, с тем же сам, той же самой стрелой, с тем же вытянул. У меня руки... А у меня было 57. С этого. У меня руки не оторвет? Нет. Ты армрестлер, ты сильный, выдержишь. А потом будет. Дайте печенечко. Я не знаю, что. Все два. Ну, честно говоря, ощущение так себе. 52,3. Так, такое ощущение, что к руке привязали гирю и вот так вот ее туда кинули. Вот в этом и прикол. А когда я говорю людям про ощущения и прочее, мне, ну это просто твое мнение и тому прочее. Знаешь, как бить? Ну вот мнение двух еще независимых мубов-экспертов. Знаешь, как вот это? Интернет-эксперты. Которые всегда имеют свое мнение, которое очень весомо. Потому что они везде кричат об этом. Диванные интернет-бойцы. Хорошо вышло. А ты знаешь, да, в плечо бьет. Да, ну, неприятно, очень неприятно.